«Карло Вителли. Если я останусь». Читает Ксения Мурыгина. Глава первая. 4 года назад. Для женщины в жизни самое главное принадлежать. Вас всю жизнь будут убеждать в обратном. Прошу, не слушайте дураков. Женщина мечтает принадлежать, и это ее высшая цель. Все ее существование сводится к этому. Вы будете страдать только от непринадлежности, от того, что вами никто не будет обладать. Я любила летать всегда. Это ощущение взлета всегда захватывает дух и заставляет твой мозг думать чуть по-другому, когда вы отдаете контроль за свою жизнь пилоту. Есть время подумать о чем-то правда важном. А больше всего я любила летать с ним. Смотреть, как он работает в этот момент, или заниматься сексом в самолете. Я четко помню тот момент, когда решила быть с ним. Помню, как тогда мы улетели в Европу и прекрасные дни в катании. И если бы сейчас у меня кто-то спросил, поступила бы я иначе, зная, что все так закончится, я бы ответила «нет». После первого взгляда глаза в глаза было понятно, что этого не может не быть. Я бы отдала всю жизнь ради времени с ним. Но я не знала, что оно так быстро закончится и что я отдам за это больше, чем свою жизнь. Я буду платить ежедневно болью. Больше всего я любила отдавать контроль ему, подчиняться полностью беспрекословно или наоборот устраивать дни, недели бунтарства, показывая свой характер. О чем я жалею? Только о последних сутках, когда сказала ему о том, что не хочу ребенка от него. О том, что он мне противен. О том, что тогда, видя его в последний раз, сделала ему больнее всего на свете. Но правда в том, что сейчас я была бы рада любой ниточке, которая напоминала бы мне о нем. Месяц на больничной койке заставил меня многое переосмыслить. Я любила его, как в жизни любят только раз. Знала, кто он, и уже тогда принимала его таким, какой он есть, со всеми его ужасными поступками, со всеми шрамами и этой уродливой любовью. Говорят, что девочки выбирают мужчин, похожих на своего отца, а он был его копией. «Папа, я вытерла одинокую слезу». «Как думаешь, мы сможем вернуться когда-нибудь?» «Я хочу к родителям», – спросила Руслана. «Не думаю, Мира, твой отец в очень тяжелом состоянии. Если он очнется, то найдет тебя тогда, когда это будет нужно и безопасно», – коротко ответил Руслан. «Я прекрасно понимаю, что отец может не выбраться из комы. Прошло 2 месяца. Корю себя за то, что не могу в такую трудную минуту находиться рядом с мамой, поддерживать ее». А больше всего мне больно от того, что она думает, что я мертва и вынуждена была меня похоронить в одиночку. «Мама, я хочу к маме!» Руки дрожат, ком подкатывает горло вместе со слезами, накопившимися в тяжелых веках. «Или ты сейчас успокаиваешься, или я вкалываю тебе транк, выбирай. Ты должна понять, девочка, что они убьют тебя, как только ты появишься, и это не самое плохое, что может произойти. Я понимаю, что ты только неделю как пришла в себя, но пойми, Слав, мир, который был у тебя до сегодня, этого мира больше нет, и тебя могло бы не быть. А ты здесь, целая, красивая и почти здоровая». Холодно закончил он, беря в руки газету. «Спасибо, я успокоюсь», – коротко ответила, последовав его примеру. Долгий перелет эконом-классом со всеми регистрациями, дорога в такси, чтобы оказаться в тихом, красивейшем районе Милана. Мы вошли в огромную светлую квартиру. В этой квартире я никогда не была. Руслан шел сзади и катил маленький чемодан, в котором были все мои вещи, нажитые за 7 дней у Волка в особняке. В этой квартире уютно, не холодно, огромный холл, гостиная соединена с кухней и еще терраса с небольшим садом, а на нее выходят, конечно же, панорамные окна двери, и слезы снова подступили. Ничего здесь не напоминает о нем. «Здесь очень красиво», – подошла к окнам. «Что нам теперь делать, Рус?» «Что тебе делать, Слав? Он выделил слово «тебе», и я прекрасно знаю, что он уйдет из моей жизни, как они все. Просто жить. Его больше нет, но это все он оставил для тебя». Обвел руками шикарную квартиру и достал конверт из своей сумки, кинув его на стол. Маленький кусочек от огромной империи, которую он построил и которую удалось скрыть и сохранить. «Я не могу без него, Руслан, не смогу», — с опаской смотрела на конверт. «Ты привыкнешь», — усмехнулся он, в глазах океан боли. «А ты не останешься? Я не знаю, что с этим всем делать, я совершенно одна. Меня пугает все, даже чувство одиночества. Я ведь больше не нянька, Слав. Мне самому нужно во многом разобраться. А если понадобится помощь, звони Волку. Он организует ребят. А ты, Слав, живи, пожалуйста, да так, будто его и не было. И помни, что тебя тоже больше нет». Крепко обнял меня, закусив губу. Мы оба плачем, хороним себя заживо. «Да, больше нет. Спасибо тебе за все и удачи». Отошла и смотрю на него, как на последнее, что связывает меня с тем миром, с той жизнью. «Возвращайся, пожалуйста». «Письмо от него, Слав». Его губы дрогнули, когда он указал на конверт.
Да, спасибо. Прости меня, Рус, что так все вышло. Знаю, за что прошу прощения. Ты не виновата. Не заставляй меня винить и ненавидеть тебя. Все так, как должно быть. Он вытер слезу. Давид привезет мелкого через пару дней, когда утрясет вопрос с бумагами. Прощай, Славка. Он выдохнул и ушел. Дрожащими руками развернула конверт и не могу поверить, смотря на эти буквы, которые написаны его красивым каллиграфическим почерком. Если ты читаешь это, значит жива. Это то, чему я очень рад. Ты весь мой мир, Мирослава. Все, что есть в этой квартире, деньги, машины, все твое. В кабинете ты найдешь документы, которые позволяют тебе стать владельцем части бизнеса. Подпиши их, пожалуйста. Я прошу тебя только об одном. Живи. Эти 3 месяца – лучшее, что случалось в моей жизни. Прошу тебя жить дальше. Снова любить. Ведь ты еще так молода, моя маленькая Го-Го. Мое сердце с тобой вчера, сегодня, завтра, навсегда. Твой муж Амиран. Слезы полились рекой. Ничего не хочу знать, слышать, жить. До сих пор не понимаю, зачем я осталась жива. Почему Тугушев, который ненавидел его, оказался там, где нужно? Почему вытащил меня после всего? Почему помогает мне? Вытирая слезы краем черной футболки, прошлась по комнатам. Спальня светлая и большая, тоже с выходом на террасу. У стены стоит картина, завернутая в бумагу. Я села рядом и начала разворачивать. Там наше фото с ним. Черно-белое с венчания. Этот мужчина разбивает мне сердце, даже после своей смерти. Послышался звонок в дверь. Это напугало меня. «Мисс Гера, для вас цветы», — сказал невысокий парень в футболке одной из служб доставки, держа в руках огромный букет из белых пионов. «Вы не ошиблись?» «Только не сейчас». «Вы мисс Гера?» «Да», — вспомнила свою новую фамилию. «Это ваша, распишитесь». Он бегло говорил на английском, протягивая мне планшет. «Спасибо», — расписалась и закрыла за парнем дверь. В букете торчит белая карточка. «С новосельем, моя вольная птичка. Твой муж». «Чертов урод, и если бы он сейчас был жив, я бы убила его еще 100 раз за то, что он бередит мои раны». Нервно рассмеялась, поставила их в стеклянную вазу, что стояла в прихожей. «Больше жизни, Амиран, больше жизни, любовь моя». Села рядом с ними, смотря на наше фото и размышляя о новой жизни без него. Убита, полна ненависти и ложной надеждой.